Омскому повару запретили готовить еду после массового отравления детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Телеканал «Омск ТВ» рассказывал о происшествии в июне этого года. В одну из местных гостиниц поселились гандболисты. Подростки приехали на соревнования из других регионов. 19 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Позже медики уточнили диагноз – норовирус второго типа. В ходе расследования выяснилось, готовую еду в гостиницу поставляла Амичка. Работала у себя дома, не имела медицинской книжки, документов и журналов, не проходила профессиональную аттестацию, не регистрировала бизнес. Тевриский районный суд запретил женщине заниматься изготовлением пищевой продукции. Решение уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.